Всем привет, друзья! И сегодня будет видео про новый велосипед Крис. На данный момент мы его уже купили, продали ее трек, продали ее норку. Об этом я как-то рассказывал в одном из своих видео. И, собственно, решили вместо двух велосипедов купить ей один вел, который заменит ей эти два вела. Сегодня будет видео о том, как мы его покупали. И, кстати, да, это было еще в мае, я не успеваю монтировать все видосы, которые снимаю в последнее время. Поэтому не удивляйтесь, мы там будем в куртках, там еще будет не так зелено. Я понимаю, что на улице сейчас уже без двух дней июль, но, тем не менее, как бы монтирую по мере возможности. Всем приятного просмотра и поехали. Идем в Триалспорт, хотим померить велосипед для Крис. Новый велосипед Jamis Renegade, модель А1, алюминиевая рама, алюминиевая вилка, 51-я расловка. Здорово. Здравствуйте. Вот велик ваш. Где? А, ну да, кстати. Это прям та ростовка? 51-я, ты 51-ю спросил? Да, а это его, да, ты мне сегодня присылал? Да, да. Ну, это сейчас снимем, прикрутишь там как. Но здесь мне что нравится, у него передняя кастрюля 50-34, как на шоссейном велосипеде. Внутренняя проводка, куча бонок. Ну, вилка только алюминиевая, как бы. Ну, если вешать багажник, то это только плюс. Ну, как бы в целом, я не знаю, здесь и колеса, видишь, уже изначально широкие, и можно еще тут запихать. Да и рама здесь, как у Ренегейта взрослого. Кстати, вживую даже вот эта вот часть не кажется такой слишком какой-то огромной. На фотках ты мне присылал, у него прям так казалась огромная хрень. Но, тем не менее, знаешь, если все-таки поднять седло и опустить немного руль, ну, может быть. Это все решаемо. Чтобы я жопу кверху ехал. Мордой вниз. Собака? Ну, типа по боевой. Когда? Это йога моя утренняя. Это не то. Хотя в целом можно не опускать. Давай я просто уточню. Высоко, нет? Нет. Тут передача стоит простая, так что я думаю, ты с равновесием должна. Сори, полетела. Ну, в общем, и покрышки там VTB вот эти, они тоже довольно. Риддер. Да, Риддер. Они там, в общем, грозно стоят тоже там. Там 3 косаря от баллон, что ли. Ну да. А у меня такие на мангусте я поставил, ну, как да. раз. Кстати, мангуст. Новая раскраска. Ну, а у тебя разве выносные там были вот эти все? Да, я, кстати, недавно поменял. И систему поменял. На какую? На новую, просто на новую. Смотри, блин, носится, а мне аж стрёмно немного. Сейчас она сшибёт тебя чего-нибудь. Во. Крис, ты так быстро летаешь, что он даже ветром сдуло кроссовки с полки. Бывает. Я смотрю, просто он с точечками или нет, или он чисто чёрный. В крапинку или нет? Да, да, чисто чёрный. Без всяких там этих крапин. Вот с виду он смотрится гармонично. Не то, что гармонично, он смотрится пропорционально. Пропорционально, да, правильное слово, пропорционально. Так, ну что, мы померили 51-ю раму для Крис. Поедем сейчас еще в теплый стан. Слава богу, сейчас нет пробок. Нам навигатор показывает, что ехать всего лишь 32 минуты по расстоянию 36 километров ближайший. Получается магазин, в котором в наличии есть еще 48-я ростовка. Поедем, померяем ее и будем уже принимать решение, будем думать, какой велосипед покупать. Вот. Как будто он чуть-чуть вот мелковат все-таки, типа. Или как? Я не понимаю. Я тоже не понимаю. Как будто бы низкое седло, но оно не низкое. У меня нога выпрямляется, но как будто бы что-то не так. Сковывает, получается. Ну да, то есть у меня нет ощущения свободы. Вот ты не можешь вытянуться, растянуться, ты сковываешься. Наверное, да, все-таки
А на слишком большом велосипеде ты до него тянешься наоборот. Ты не можешь наоборот как бы поехать, ты тянешься до него. А нужный тебе велосипед размер получается, когда ты и не тянешься, и не сковываешься. Ну, там у меня не было никого. Когда вот ты вот едешь четко по своей этой самой физиологии. Значит, померили мы сегодня 51-ю ростовку у Димона. И она нам показалась более подходящей, более оптимальной, чем 48-я ростовка вот сейчас в этом триал-спорте. Поэтому будем, скорее всего, как-то на нее ориентироваться больше. Сегодня уже не будем возвращаться и покупать сегодня тоже ничего не будем. Сейчас пойдем что-нибудь перекусим и поедем домой. У нас новый день, и мы снова приехали в Trail Sport к Димону для того, чтобы сделать контрольную примерку Джамеса в 51-й ростовке. На этот раз Кристина взяла с собой бибы с памперсом, в которых она будет кататься, для того, чтобы было полное понимание, подходит велосипед или нет. Хорошая штучка висит. Очень нравится мне. Отколола бы прямо сейчас. Седло. Ой-ё. Ценненько, конечно. Это еще у нас пришли педали, короче, титановые. За 40 тысяч. За 40 тысяч. Причем они, знаешь, ну как бы... Вот там хрен вообще поймешь по ним, что они... Вот они вот такие же, как те реверс. Вот как... А, вон они, Иван, 41 730, пожалуйста. А рядом за 20, а рядом за 9, и как бы... Ну, а и там... Вот, и вот такие же за 4. Не, ну там-то Black One Titanium, понимаешь? Не, ну по внешности я имею в виду вообще. По внешности одинаковые, конечно. Пошла. В общем, вот этот вел позавчера я мерил 61-ю ростовку здесь, думал еще в другом магазе померить 58-ю, и было в наличии, ну, в 7 магазинах был 58-й размер, а сегодня нет нигде вообще ни одного, и на данный момент вот этот вел, он вообще последний в Москве, 61-я ростовка, просто все раскупили, это капец. Кстати, Кристинин Джамес, который мы сегодня меряем, он тоже последний остался в Москве. И за несколько дней тоже было, по-моему, 3 велика 48-х и 2 вот 51-х. И тоже этот последний в итоге ничего не осталось. Не знаю, как так произошло. За 2 дня, короче, все раскупили. Вот такие вот дела. Ну что, можете нас поздравить, а точнее поздравить Кристину. Мы купили ей новый велосипед. Крис, поделись впечатлением. Блин, ну, я рада, на самом деле. Мне кажется, он мне принесет много эмоций. Я, конечно, долго сомневалась. Вообще, много всяких сомнений было. Но мне кажется, я сделала правильный выбор. Время покажет, конечно. Но вот больше всего, что мне нравится, что я на него села, и я не тянусь. Я не тянусь до него. Он прям вот под меня. Но я и не сижу как на диване, потому что вот на том велике, который Димон дал, да, там вообще просто реально диван. Даже ну, это прикол вообще. Ну, это прикол, да, просто прикол, даже я не воспринимаю. Вот, а здесь я сажусь и прям вот четко. Ну, я понимаю, что там еще наклон там сделаем, вот это все, но я уже прям чувствую, что по длине мне подходит. И, ну, то есть вне сравнения палка и вот баран, который весь такой собранный, ты едешь, ты вот четко как бы заруливаешь туда, куда тебе нужно, а не вот это вот. О, ну просто, может быть, здесь еще такая палка была большая, она просто реально была вот такая. Ну ты сейчас вот не с треком сравниваешь. Не, ну, блин, я давно на треке не каталась, поэтому мне сложно сейчас сравнить. Трек, он классный. Трек мой первый, поэтому я его буду помнить всегда. Знаешь, как первая любовь. Вот. Такой вот первый, но он такой вот неосознанный, знаешь, вот как вот блинчик. В общем, сейчас грузимся и едем в сторону дома, будем настраивать посадку, снимать катафоты, в общем, приводить велосипед в нормальный катабельный вид. Следующие выпуски уже будем катать на этом велике, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!